Приветствую вас, друзья! Вы на канале «Есть вопрос». Сегодня поговорим про логопедическое зеркало. Это инновации детям. Многие не знают, как оно приходит, это зеркало, что с ним делать дальше, не понимают, что зеркало продается в двух вариациях, с компьютером и без компьютера. Мы рассмотрим вариант, когда вы приобретаете без компьютера, и весь процесс установки. Делаем это без монтажа, в прямом эфире, чтобы вы все видели. Зеркало открываем также впервые, вот как будто я это вы, и к вам пришло такое зеркало, собственно. Смотрите, что нам понадобится. Нам понадобится компьютер, такой же, как стоит у вас, это самая популярная модель Lenovo для образовательных учреждений, ноутбук. И, собственно, шуруповерт, если у вас его нет, то значит по классике отверточкой все делайте. Открываем крышку. Зеркало поставляется транспортными компаниями, поэтому оно упаковано очень и очень хорошо. К слову сказать, не каждый производитель заморачивается. Обычно это выглядит так, что классическая упаковка в гофрокартон и обрешет. А здесь бонусом вы получаете вот такую коробку, которую можете использовать для своих целей, для хранения игрушек, для декора какого-нибудь или еще чего-то там. Итак, давайте посмотрим, что у нас содержится внутри. Сертификат, он вам нужен, вы его прикрепляете и показываете соответствующим органам при проверке. В ту же бухгалтерию, что вы приобрели, не какую-то ерунду. Коробочка, давайте ее вскроем. Для этого мне понадобится саморез. Тра-та-дам. Все, что есть под руками, мы применяем, в дело пускаем, потому что мы с вами грамотные люди. Далее, инструкция, точнее серийный номер, руководство, инструкция пользователя, методическое пособие – это то, ради чего вы все это дело приобрели, потому что приобретать какое-то оборудование, да, без методических рекомендаций, нужно быть достаточно уверенным в себе педагогом, руководителем. Паспорт изделия, вы его читать никогда не будете. Дальше важная для вас, конечно же, эта тряпочка, чтобы протирать пыль. Микрофон вот такой. У нас логопедическое зеркало, да, мы будем проговаривать с вами. Вот вам пригодится микрофон. Провод USB. Кабель питания, кабель HDMI. Подставка под микрофон. Вот многие задают вопрос, что это за звезда. Это вот такая подставочка. И, собственно, флешка в подарок. Нет, это не флешка в подарок. Это программное обеспечение, которое мы будем устанавливать на наш ноутбук. Все. Здесь мы, нам с вами сейчас ценная только флешка. И продолжаем распаковку. Я флешечку оставлю сверху, микрофончик переставлю на стол. Далее. У нас здесь есть с вами вот такая обрешетка. Да, для того, чтобы зеркало не прыгало внутри, вы видите ее толщину. То есть, если даже человек пробьет дно, сразу своей ногой он не доберется. А нам приходили варианты, точнее, несколько экземпляров таких коробок, когда по ним видно, что люди ходили. Выбираем. И попытаюсь я сейчас одному достать зеркало. Оп. Давайте покажу, как оно выглядит внутри. Вот таким вот образом. То есть все упаковано, ничего не трясется. То есть вы можете быть уверены, даже самые отмороженные компании вам либо привезут его целым, либо сломают просто полностью. И вы тут увидите. Среднего варианта не будет. Поэтому, когда принимаете, сразу коробочку осмотрели. Если внешних повреждений нет, то все прекрасно внутри. У нас пока зеркала не ломали. И я вам сейчас покажу. Кстати, я вижу, что тут у нас есть, вот оно зеркало, давайте его распаковывать. Поставили и начали распаковывать. Сразу скажу, материал очень интересный. Мы ведь как с вами привыкли, что все оборудование, которое нам поступает, оно в глянцевых корпусах. Ну, иногда матовых, но все это пластик. А здесь, я не знаю, это искусственная кожа. Ну, как минимум, это необычно. То, что черный цвет будет пачкаться, ну,
пока других вариантов нам не предоставляют. Сейчас я распаковал. И давайте вам покажу. Смотрите, какая интересная поверхность. Вот он глянет сзади. Да? Вы видите, что можно подвесить. Есть кронштейн. Пользуйтесь, допустим, если у вас небольшой стол, то вот как ваше классическое зеркало вы можете повесить. Точно так же лицевая сторона, она может использоваться как зеркало. Зеркало затемненное. Вон там вы видите, собственно, всю нашу кухню. Я оператор Александра. Вот. Ну вот я вам покрутил. 360 градусов обзор устроил. Колоночки, динамики наши. Здесь находится сзади. Провод для USB, HDMI, для вход для микрофона. И сейчас я вам найду кнопочку включения и включение питания. Все. Давайте сейчас все уберем и начнем подключать. Точнее, начнем не только подключать, а еще устанавливать. Да, интересная конструкция. Сейчас мы быстренько все это сделаем. Что я вам хотел показать? Это вот это отверстие, которое вот здесь появилось. Смотрите. Дай. То есть какая высота защитной вот этого пенопласта, то есть она защитила. Вот на практике вам показываю, что такое могло быть. Транспортные компании, какие бы они ни были крутыми, особо ни с чем не церемонятся, хотя все оборудование застраховано у нас. Так, подключаем. Я сперва лицом направлю на себя, чтобы видеть, а потом перекину к вам. Итак, друзья, у нас сегодня будет только с вами установка, а по программному обеспечению уже снята куча роликов. Если там что-то будет непонятно, то пишите в комментариях, разъясним, покажем. Здесь мне понадобится ключ, провода питания, это все лишнее. Распаковываем. Один, два, тайминги можете смотреть. Подключаем USB, подключаем HDMI. Где же HDMI? Тут HDMI у нас полноценный. Ноутбуки, когда берете, если у вас мини-HDMI, нужен переходник или кабель специальный. Тоже смотрите за этим. И кабель питания. Сейчас мы найдем где-нибудь розеточку. Так. Давайте. Здесь воткнули. Здесь протянули. Вот смотрите, что я делаю. Чтобы вам все было видно. HDMI воткнем. Точнее USB. Вот HDMI. А еще у нас с вами есть микрофон. Да. Вот этот микрофончик мы тоже сюда подкинем. Все. В принципе, мы готовы. Эти бороды мы на стяжечке в жизни должны красивенько прилепить. И вот. Дальше нас зеркало не интересует, а интересует программное обеспечение. Заходим в операционную систему Windows. Итак, друзья, пришлось все-таки прерваться, переставить местами, чтобы вы лучше видели и у нас был хороший свет. Втыкаем флешку. Слышите звук? Далее вы видите все, что будет происходить на своем экране. Открывается флешка, не открылась, заходим в проводник, запускаем, значит, нашу флешечку и файл, который называется Arctic.me. Ноутбук у меня тот, который у вас. То есть доисторическая, я не знаю, как это назвать корректным словом, вещь доисторическая, которая не самая быстрая. Из той же поставки, которая бывает у вас. Поэтому по времени опять же рассчитывайте. Если вы крутые, современные, все у вас становится очень быстро. Далее ожидаем. Запустить. Напоминаю, что производитель зеркала российский.
Соответственно, все ВГОСы, все задания, они соответствуют нашим требованиям. Это большой плюс. И опять же, возвращаясь к методическим рекомендациям, что они вам окажутся очень полезными, потому что не придется ничего адаптировать. Так, нажимаем «Далее». Далее «Установить». Все эта история у нас устанавливается. У нас с вами есть вот такая бумажка, да, с ключом. Это очень важно, никому не нужно показывать этот ключ. Итак, друзья, программное обеспечение установлено. Вы видите, что на рабочем столе появилось два ярлыка. Вот. Далее мы дожидаемся того, что установщик закроется, и уходим в перезагрузку. Пока это происходит, хочу показать вам, что есть вот такая бумажка у вас, руководство пользователя. Это для тех, кто боится что-то забыть. Я знаю, что есть многие педагоги, которые сидят с блокнотиком, записывают вот эти все слова. Делать этого не нужно, потому что вот здесь пошаговое руководство в текстовом виде для тех, кто привык воспринимать информацию именно вот читая. Пожалуйста, у вас есть, это просто А4 формат, такая брошюрка, все написано, что нужно сделать, вся последовательность действий четко. Да, и варианты рассмотрены те, которые, опять же, могут быть, да, вам не хватило портов USB, как с этим разобраться, все здесь описано, поэтому не переживайте, все у вас получится. Тем временем у нас заканчивается установка, и мы ждем ее с нетерпением. Опять же, если у вас хороший компьютер, ноутбук современный, все это будет происходить в разы быстрее. Мы специально взяли такой вариант, который среднестатистический, и встречается на нашей практике чаще всего. Итак, нам предлагают перезагрузить компьютер. Перезагружаем. И через пару минут увидимся с вами. Итак, друзья, мы установили, перезагрузили. И сейчас запускаем умное зеркало. Нажимаем на иконку на рабочем столе. У нас две иконки, настройка и, собственно, само умное зеркало. Сейчас я ввожу суперсекретный 20-значный код, который у меня находится вот на такой, на картонке. Это займет какое-то время. И ввожу электронную почту. Итак, друзья, на рабочем столе у нас есть ярлыки «Умное зеркало». Давайте запустим. И хочу обратить ваше внимание, что на неочевидную вещь. Это второй монитор вашего компьютера, ноутбука, как угодно. А для того, чтобы вы что-то на нем видели, вам нужно перекинуть одно изображение на другое. Видите, автоматически у нас идет расширение экрана. А вам нужно выбрать функцию дублирования экрана. Для этого нажимаем на соответствующую кнопку на компьютерах Lenovo ноутбуков. Это F10. И выбрать повторяющиеся экраны. Тогда вы будете видеть одно и то же изображение на том и другом мониторе. Так, окей. Все, собственно, игра наша началась. Давайте попробуем просто ее запустить. Грузится таким образом. Я напоминаю, что это производительность нашего ноутбука. Влияет вот на продолжительный процесс установки. Да плюс программа хочет обновиться. Все. Нам предлагают проверить все подключенные устройства. Но мы их проверим уже на практике. Нажимаю кнопку «Начать». Артикуляционная гимнастика. Вот она мне очень нужна сейчас. Вот. И мы можем выбирать
из тех игр, которые предложены. Друзья, что хотел вам проговорить. По каждой игре есть методические рекомендации. То есть бессмысленно спрашивать кого-то, да, объясните мне, что находится в этой игре, потому что проще прочитать. Да? Потому что здесь написано те смыслы, которые закладывал производитель. Если я вам сейчас начну рассказывать про каждую игру, я буду рассказывать то мнение, которое сложилось у меня об этой игре, но это неправильно. Правильно это прочитать, вот эту методичку, которая написана, тут вкратце все описано, какие цели вы будете преследовать, выполняя ту или иную игру. Поэтому в процессе работы, опять же, вы столкнетесь с тем, что какая-то игра вам не подходит или по требованию конкретного ребенка игру нужно поправить, или вы немножко по-другому видите, у вас есть возможность через конструктор создать свою собственную игру. Вот вы ее вот здесь видите. Вот. Я проверяю, хочу показать вам, что это не тач-поверхность. Вот. Поэтому, друзья, сами создаем игры, да, и потом делимся опытом, какие вы молодцы, что вы сделали самостоятельно. Сейчас, в принципе, мы с вами уже можем приступать к работе. Если что-то не работает, то у нас есть вот здесь в уголочке такая шестеренка, вот она здесь находится. Мы заходим в настройки и настраиваем все параметры, которые нам необходимы. Доступ к камере предоставляем, выбираем те колонки, которые вы хотите, чтобы у вас использовались. Выбираем монитор, ну, собственно, у нас сейчас уже выбран. Вот, микрофон, который будет работать у вас, этот микрофон, какой-то вы другой подключите. Вот здесь в списке микрофонов вы выбираете громкость микрофона, которая должна у вас быть. То есть все параметры у вас доступны здесь. Опять же, все это описано в методических рекомендациях, в той документации, которая идет. Поэтому вы здесь, собственно, вооружены и можете работать. Для того, чтобы выйти из программы полностью, вы нажимаете «Выход», да, подтверждаете это. И, собственно, если возникает вот такое окошко, опять же, рассказываю, что это такое. Происходит связь с сервером стендап инноваций, проверяется наличие обновлений, если они есть. Есть. Смотрите, что будет происходить. То у вас будет произведена загрузка обновлений, после чего будет произведена установка. И, собственно, в следующий раз вы придете, у вас программное обеспечение уже будет соответствовать последним изменениям, которые были в него внесены. Все. На сегодня я предлагаю это завершать. Чтобы выключить компьютер, мы поступаем, как обычно делаем, да, в классическом виде. Либо закрываем крышку, либо через завершение работы. Тут уже выбираете сами. Таким образом, очень просто, у вас готовый комплект. Если какие-то вопросы возникают, то сразу звоним в техническую поддержку стендап инноваций. Не заморачиваемся, не экспериментируем, не тратим свое время. Там сидят русские люди, которые просто и наглядно вам объяснят. Они подключатся удаленно, если это потребуется, все настроят. То есть не тратьте свое время ни к чему, вы заплатили за это деньги, пользуйтесь всеми плюшками русскоязычного продукта. С вами был Александр, канал «Есть вопрос». Пожалуйста, напишите комментарий, как часто вы пользуетесь этим зеркалом, какие игры ваши любимые. Это нужно для того, чтобы другие педагоги, если у них возникают вопросы или потребности, они не знают, что приобрести, обратили внимание на этот продукт и на ту игру, которую вы решили свои задачи. Плюс, вы же молодцы, вы же активны, вы же не овощи, у вас есть свое мнение, выскажите его, пожалуйста. Если вам нужны какие-то дополнительные пояснения, опять же, пишите, задавайте вопросы, на них ответим либо мы, либо техническая поддержка стендап инноваций, может быть, кто-то еще. Опять же, из нашего сообщества. Не сидите, не молчите. Все делаем только для вас. Спасибо большое. Подписывайтесь на канал, чтобы знать, когда у нас выходит обновление. Пока. Удачных практической деятельности.